Всем привет! Давайте сегодня вскроем данный фильтр топливный инжектора. Прошел где-то около 30 тысяч. Заливался, в принципе, хороший бензин на сетевых заправках. Ну, стандартный фильтр и Лада ВАЗ инжекторы. Давайте его распилим и посмотрим, что внутри. Фирма Big Filter, довольно известная. Сам фильтрующий элемент, бумага держится на месте. Не знаю, каким изначальным цветом была, но тут она какая-то коричневая, как будто ржавчина. То есть имеются ржавые частицы. Ну или, возможно, бензин с присадками был. Так, держится нормально. Ничего не порвано. Тут также ничего не отклеено. То есть, в принципе, состояние хорошее бумаги. Давайте теперь разрежем и проверим площадь фильтрующего элемента. Проклеено довольно хорошо, как мы видим. Герметичность обеспечена. Это у нас грязная сторона. Это у нас чистая. Ну, как мы видим, фильтр фильтрует нормально. Вот тут только немножко проходит, видно. На стыке. Да, какой-то бензин, то ли с присадками, то ли ржавчиной был. Прям видно вот эту грязь. Ну, возможно, топливопровод ржавеет, поэтому. Так, давайте измерим длину и примерную ширину. Длина 85 сантиметров, ширина 5,5, ну, учитывая еще вот тут вот, то есть ширина 6 сантиметров, длина 85. То есть умножаем 85 на 6, получается вот эта цифра. Бумага довольно плотная. Как мы видим, целостность соблюдена, ничего не порвано. Ну, в принципе, фильтр хороший. Вот тут только на месте стыка немножко пропускает. Почему-то тут не проклеено, а просто запрессовано. Стык. Но так вполне нормальный фильтр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья.